А сейчас хочу рассказать тоже, только что полил орхидеи. Сейчас утро, как раз утром надо орхидеи поливать. Вот. Хочу показать, как выглядят мои орхидеи. Вот. В принципе, они чувствуют себя неплохо. У двух орхидей я нашел сухие листы. Одну орхидею я пытаюсь реанимировать. Вот она у меня. Пришлось ее обрезать, делать гнездо из мха и в мох запутывать корешки ее. Вот. И она вроде как тоже пока стала чувствовать себя лучше. А сухой лист я у нее удалил один. Вот, надеюсь, что это последний у нее сухой лист был. Вот. Другие орхидеи у меня прекраснейшим образом цветут. Сейчас я попробую, чтобы передать их цвет. Выключить. Посмотрите. Вот какая красота, как они прекрасно цветут. Это вот одна орхидея два цветоноса выпустила. И на втором цветоносе орхидеи с такими пятнышками встречаются. Мне с пятнышками нравится. С пятнышками мне нравится намного больше. Видите, какая красота. Так, еще одна у меня орхидея зацвела с таким вот шикарным большим огромным цветоносом. Венозными цветочками. Сейчас попробую показать, как она цветет. Не знаю, удастся, не удастся. Будет ли что-то видно или нет. Ничего не понятно, видно. А вот. Но мне нравится, только насладиться цветами очень сложно, потому что они растут в сторону лампочки. Вот, а лампочка смотрит не в ту сторону. Но главное, что орхидеям это удобно, и им хорошо. Вот видите, как прекрасно, какие мощные у нее цветоносы. Один. Вот это был тот, который в магазине. Цветонос обрезанный. Вот это вот уже этого года цветение. Посажена она в кору. Вот. Эти были посажены у меня орхидеи в исходный субстрат, в котором они росли. Но ему это очень не понравилось. Они начали загнивать. Мне пришлось их срочно вытаскивать и пересаживать в другой субстрат. Но сейчас, ну, как вы видите, в чистый керамзит. Сейчас они выглядят достаточно неплохо. Дают новые корни. Сухих листьев у них уже нету. Точно так же и вот эта орхидея. То есть, судя по всему, вот это и вот это должны быть орхидеи одинаковые. Однако не могу утверждать. Это будет видно только тогда, когда вот эта орхидея у меня начнет цвести. Эта орхидея была крашеная. Это можно видеть по крашенному вот там вот кусочку цветоноса. Синяя. Когда я ее покупал, я не знал про крашеные орхидеи. Это были первые орхидеи, которые я покупал. Вот. И она была очень мощная, очень сильная, с мощными такими хорошими корнями. Я ее выбрал. Вот. Однако она у меня заболела, начала плохо себя чувствовать. Пришлось ее срочно реанимировать, пересаживать, убирать листья. Вот. И почти все корни срезать. Однако вот сейчас, видите, она пускает листья, она чувствует себя достаточно хорошо. Вот эта орхидея мне, например, дала три детки. Видите, они мощно разрослись, дали корни. Я их не собираюсь убирать. Пусть питаются от этого корня. Новые вот корешки тоже у нее очень такие мощные, хорошие. Пусть растут так. Возможно, она даст три цветоноса вместо одного, и будет все прекрасно. Также вот, видите, я скоро не знаю, как мне будет ходить, поскольку эта орхидея свои корни выпускает очень далеко и очень прямо, нет бы вниз. Но, видимо, они тянутся, я даже не знаю, куда, в сторону, не знаю, в общем, тянутся в сторону. Теперь другие орхидеи покажу. Это вот орхидея у меня,
Как вы видите, она росла у меня в Калуге, ее перевез сюда, поскольку здесь я за ней могу смотреть, и тоже у нее были проблемы с листьями. Вот. Ну как? А, нет, не у нее были проблемы с листьями. Так. Но цветет она очень красиво. Мне нравится. Очень красивые у нее цветочки. Вот. Эта орхидея, она отцвела у меня. Да. Вот. У нее был плохой лист. Сейчас она дает корешки. Вот это у нее пока тургор потерян на листе. Я ее пересадил в чистый керамзит. Я практически, ну, большинство орхидей пересадил в чистый керамзит. Эта орхидея мне дали детку. Она прекрасно растет. В этом году у нее первое цветение будет. И цветонос она у меня вот выпустила. Вот он, цветонос. Не знаю, что за орхидея. Узнаю только после того, как она зацветет. Это у меня орхидея Мирах. Очень тоже мне понравилось. Очень красиво она цветет, зацвела только двумя цветочками. Вот, это первое не магазинное цветение ее. Она тоже была в плохом состоянии, ко мне пришла. Ну, то есть я выбрал в магазине единственную оставшуюся орхидею, поскольку она мне очень понравилась. Решил, что, возможно, я ее смогу выходить. И магазинное цветение выглядело не так. Не так. Пятнышек было меньше. С пятнышки мне нравится намного больше. Ну, конечно, камера не передает тех нюансов цветения так, как это выглядит глазами. Так, вот я только что орхидею поливал. Там капелька воды надо будет обязательно собрать. Вот с этой орхидеей саргас у меня произошла большая беда 2 недели тому назад. Мне пришлось удалить все листья, кроме двух, потому что на них пошло очень интенсивное гниение. Я их удалил, почистил орхидею. Вот. Сейчас она очень интенсивно, видимо, пьет воду, и на 2 недели той воды, что в бокале, ей не хватает. Вот. Она очень интенсивно зацвела. Очень интенсивно зацвела. Очень-очень интенсивно зацвела. Это первое не магазинное ее цветение. Вот, также у меня есть орхидеи микро. Также они себя чувствовали не очень. Пришлось их пересаживать в чистый керамзит. Вот они. Вот, два. И еще 2 микроорхидеи. Вот, у этой что-то с верхним листиком, не знаю что. Но остальные листики чувствуют себя хорошо. Она дает корни и дала несколько цветочков. Это с магазина. Выхаживаю орхидею. И еще вот орхидея, пересаженная в чистый керамзит. А это спасенная мной от меня же орхидея, тоже микро. Есть у меня также еще и мультифлора. Она у меня была вот с цветоносом мощным, который буквально все почки распустил. Была шапка из цветов. Они цвели, постепенно раскрывались, постепенно умирали. То есть не было так, что шапка цветов одновременно висела на нем. И вот она выпустила у меня вот такой вот мощный цветонос. Также ее, вот эту орхидею, я не пересаживал. Не пересаживал. Она была с хорошими корнями. У этой орхидеи были проблемы с листьями. Как вы можете видеть, один лист я удалил полностью, потому что второй лист сквозь него не пролезал. Я его пытался как-то выпустить. Видите, вот эти следы, дырки. Это я пытался вытащить этот лист. И у меня не очень хорошо это получалось. Так, он у меня пошел куда-то. Куда не надо расти. Пошел в другую орхидею. Вон. Поправлю его и пусть себе растет дальше. Также что я могу сказать? У меня прорыв. Первый раз я вот бульбовые орхидеи купил. Их я не пересаживал, поскольку прочитал, что это достаточно опасно для самих вот этих орхидей. Пересадка для бульбовых именно. И они у меня дали новые бульбы в процессе. Вот. Очень мощная одна бульба новая. Вот также мощная вторая бульба. Я вижу вот тут вот признаки цветоноса. Также одна у меня свекольная, другая белая с розовым.
И также вот еще видите признаки новая бульба, также вот признаки нового цветоноса появляются. Так что эти орхидеи тоже у меня растут хорошо, прекрасно цветут. Очень хотелось бы взять цимбидиум или другие орхидеи. Однако пока это не представляется возможным, так как у меня все место занято уже. Стол компьютерный, что скоро сюда компьютер не влезет. Этот стеллаж я планировал под размножение, скрещивание кактусов оставить. Ну и, возможно, только вот сюда поставить стеллаж, но пока нет возможности этим заняться. Пока занимаюсь еще и дачей. Вот. Ну, еще у меня тут стоят мои карантинные кактусы, которые я могу показать. Этот, я его все время забывал поливать. Он у меня практически год простоял без полива. Но я увидел на вершине этого кактуса такие розовые какие-то фигульки засохшие. Подумал, возможно, он цветет, надо его полить. Полил, и он у меня зацвел. Сейчас я его регулярно поливаю. Сейчас он после полива всю воду, как видите, он впитал тут же, моментально. И ему хватает на цветение и на рост. Здесь очень неплохо порезвился мучнистый червец на этом кактусе. На этом кактусе и еще вот на двух кактусах. Те два кактуса, ну, один из двух кактусов, вот этот мамилярий, он у меня цвел очень красиво. В прошлом году, в этом году не цвел. Вот эти вот у меня детки есть, надо их пересаживать, но тоже никак не доходят руки. Вот, а на сегодня все про орхидеи и про остатки моих кактусов.